Здравствуйте, меня зовут Лиза Коробкова. Я занимаюсь авторской одеждой и аксессуарами. И сегодня мы будем учиться делать колье из шелка. Для этого нам потребуется отрез шелка, лента из страз, ножницы, нитки, леска и иголки. Отрез шелка может быть любой длины и ширины. В данном случае у меня 15 на 90 сантиметров. Для начала нам нужно сшить концы нашего отреза швом вперед иголку. Шов можно немножко сосборить для придания объема. Прячем срезы нашей основы внутрь и начинаем украшать стразами. Теперь нам нужно отмерить по толщине нашей основы длину ленты, отрезать в этом самом месте. И пришивать к шелку украшение при помощи иголки с леской. При этом мы прихватываем саму ткань, чтобы украшение никуда не смещалось. Вот что у нас получилось. Теперь то же самое мы делаем с противоположной стороны. По тому же принципу пришиваем наши стразы слева и справа. Вот наше ожерелье и готово. Если вы хотите, вы можете украсить его еще больше. С вами была Лиза Коробкова. Желаю вам полета фантазий и до новых встреч!